Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Ведьмак. Ведьмак первый. Давайте посмотрим, куда мы там бежали так старательно. Путешественник. Король Фольтест снова поднял таможенный путь. Утопца. Где есть утопца-то? Тут так. О, теперь я знаю, да, ваше растение. Но это не ночные звери, утопцы. Только давай сначала до сюда добежим. У великой реки, да? О, вот здесь вот, наверное, они. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я где-то же ленточку брал. Надо сохранить. Вот так, сохраняем. Я как ползаю, это как-то непонятно, да? Я ползаю, аж сам для себя непонятно. Что это такое? Костер, и значит здесь костер. Рыбацкий поселок. Где-то тут. Так, а вы тоже ночью, да? Только монстры. Так. Плавун, так. Как уничтожить? Тактика. От химии, трупный яд. Так, кислота, язык плавуна. Ночные создания. Ну, да, ночью, короче, опять. Ты чего уставился? Мы тебе покажем, проклятый нелюдь. Проклятый нелюдь. Я помогу тебе. Зачем вы пристаете к этому краснолюду? Хотим сбрить ему бороду. Он же нелюдь. Тебе до него какое дело? Ты чего уставился? Советую вам всем убраться по-тихому. Ты у нас любитель нелюдей, да? Да. Убери оружие, парень, и прекращай махать тут руками, если не хочешь, чтобы я тебе их укоротил. Какой наглый! Хватайте его, парни! Убить этого мутанта! Вы сами напросились. Вот так. Давай. И еще немного. Вот так. Ну, краснолют или красноборот, кто-то там. Спасибо, что отцепил от меня этих шавок. Погоди, Геральт? Ты... Мы еще и знакомы. Будь я проклят. Что-то не так? Ты неважно выглядишь. Они ранили тебя? В этом весь ты. Ведьмак умер. Потом вернулся к жизни, хотя никто не видел его 5 лет. И теперь он хочет знать, что не так. Ты кто такой? Ты что, пьян? Я Золтан Хивай, приятель твой. Где же ты был? От тебя не было вестей. И как насчет... Не могу объяснить.
А и не надо объяснять ничего Золтану. Я просто рад тебя видеть. Правильно, друзья такие должны делать. Хотя неплохо было бы выяснить несколько вопросов. Ты не понял. Я утратил память. Могу вспомнить только несколько последних недель. Знаешь что, Геральт? Давай возьмем пиво и поговорим, как в старое доброе время. Тебя что-то беспокоит? Ага. Я собирался встретить в этой деревне друга, но он пропал. Думаешь, он попал в беду? Надеюсь, нет, хотя меня бы это не удивило. Недавно он присоединился к белкам и решил вести торговлю с говенкарами. А кто такие эти белки и говенкары? Белки — это нелюди, которые собираются добиться равных прав с людьми, прячась по кустам и стреляя в них. А говенкары — это те купцы, которые собираются нажиться, поставляя оружие белкам. Понятно. Меня тут не привечают. Ходят слухи, что нелюди виновны в появлении зверя, в чуме и вообще в любом прыще на заду у преподобного. Я бы сам поискал моего друга, но времена теперь тяжелые. Я буду держать ушки на макушке и дам тебе знать, если что узнаю. Спасибо, дружище мой, Геральт. Как твои дела? Ты знаешь как. Я собираюсь вести дела в Изиме, поставляя товары из Махакама. Так, а это кто такие? А кто это Брекенриксы? Мои будущие теща и тесть. Я собираюсь вскоре жениться на Эвдоре Брекенрикс. Но мой будущий тесть придает большое значение материальным благам. Шика. Шахта — общее дело, в которой я работал. Понятно. Золтан. Это маленькие нелюдские дерьмецы, которые это... обкушались романтических сказок. И подняли оружие, чтобы бороться за свободу и прочие идеалы. Мне нужны... Так, сохраняюсь. Вот так. Мне нужны утопцы. Да я уверен, они где-то здесь. Собирай. А с них-то что, я ничего не могу взять? Где-то еще был. Так, подожди. Я знаю, что надо сделать. Так.
Берем все. Задание контракт на утопцев. Мне нужно зайти за преподобным за вознаграждение. И подожди ты еще. Неужто я всех так и перебил? Я с вами всеми буду разбираться. Череп некоторые купцы с радостью его купят. Гуль. Мне нужен гуль. Кто-то там кого-то опять приначал. Давай, останки. Чего-то убиваю призраков, а останки настоящие. Ладно, я так собираюсь в одно место продать кое-что. Да где ты, мать его? Гуль. Почему я должен вас бегать искать? Ну-ка быстро напали на меня. Да ё-моё. А, посмотреть, потом где они водятся, может. Кто-то особенный на них есть как-то. Еще кто-то с тобой, да? Вот он. Давай. Да ни хрена, я тут Рэмбо. Мне надо трех. Еще где-то один должен быть. Извини, мне пока не до тебя. Ищу гулей. А темной ночи, темной ночи. Ой. Охренеть. Вот вы бестолочи.
Вы не можете взять предмет. Так, не свободного слота. Ну и ладно. Гуля, 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 гуля. Кстати, это, подождите, надо все-таки смотреть, где гуля у меня находится. Монстры. Так, гуль. Гулей можно встретить на полях боя, кладбищах и в заброшенных склепах. Иммунитетом к большинству ядов. Так. Гулей можно встретить на полях боя, кладбищах и заброшенных склепах. Ну а что тогда он возле дома тусовался там? Дверь-то заперта. Самое важное забыл. Ты с преподобным встречался? Конечно. Он велел нам допрашивать чужаков. Кольцо вечного огня должно быть от преподобного. Да, от него самого. Чудовище в округе есть? Чудовище в округе есть? В деревне часто такой вой поднимается, что у меня молоко сворачивается. У тебя-то откуда у коровы, что молоко свернется? Ладно, необычное. А у тебя-то откуда молоко? Туман около трактира был один раз такой густой, что я заблудился. Добрел до домика ведьмы, а там был здоровый зверь. Смотрел к ней в окно. Что еще можешь рассказать? Да кто бы осмелился смотреть, господин? Я не ведьмак. Я развернулся и припустил оттуда так быстро, что чуть ноги позади не оставил. Но он был здоровый, как лошадь. И от него дым шел, и искры, как от очага. Пока. Подожди, достойте. Кольцо. Преподобный послал меня помочь. Преподобный всегда думает обо мне. Я слышал разные слухи. Проблемы с садовник. Дай же мне закончить, мастер Герман. Выросли странные растения, они живые. И в чем же проблема? Они теперь здоровые в человеческий рост. Я попробую. Мастер Герман, давай. Ну что, бухнули, да я пошел? 120 и не орином меньше. Два. Я сказал. Ну, мне же надо на что-то жить, на что. Ну, а сколько уболтаемся? Крепкая штука. Договорились. Блин, мне еще и набухал что-то. Да подождите. Что за оно было? Где тут можно собрать часть себя? Ага. Это мы поправим.
Так, следующая настойка, неизвестный эликсир. Вот ласточкин эликсир. А с этого-то почему монстра я ничего не могу взять? Я еще пьяный пошел жрать. Вот я могу. Кстати, ну-ка. Игра в кости. Нет, мне это монстры. Так, и нет, гуль, пиявка, плавун, лапинска, как хрен разница, химера. Что-то про растения у меня нету пока. Харик, пустишь меня? Ну где этот пьяница? Серебряное кольцо с янтарем. Ценный предмет, который можно продать и кому-то подарить. Говорю. Я истребил чудовищ в саду. Что случилось, мастер Гервант? Пришел за своими 8. Мы сговорились на 100. Не помню такого. Мы, конечно, немножко выпили. Так, послушай. Хорошо, хорошо. Так, ты меня сейчас вот разозлишь. Твои деньги, псих ненормальный. Я тебе говорил не лезть убивать чудовищ ночью в пьяном виде. Но не. Эх, вот всегда так с людьми. Я рискую шеей за них, а они хотят меня обжулить. А, ладно уж. Они меня обжулить хотят, вот именно. Так, а что у нас там было-то, я не помню, второе-то. У меня нету, да? Доспехи. Мятие найти доспехи, когда-то принадлежали воину. Нет, не могу. Ну пошел я тогда. Собака, вот, а подожди. Сохранить. Удалим. Удалим. А вот сюда сохраним. А будка-то там сзади. Клянусь, этот пес что-то ищет. Берегись иголок и хинопса, щеночек. И что ты сторожишь? Ну ладно, ты мне тоже не нравишься. Клянусь. Берегись. И что? Это какое-то яйцо, что ли? Ну-ка.
Давай. Давай еще разок. Вот так. Что ты тут охраняешь? Странно это все. Ладно, мне надо в трактир. Подожди, у меня где-то тут было. Так, сливочная настойка, нет. Вишневая настойка, неизвестный эликсир. Подождите, подождите. Так, глаз химеры. Нет, не то. Обычный предмет. Не то, не то. Алхимический. Царская водка. Я же делал специально. Подожди. Набор игральных костей для новичков. Предмет для задания. Так. Неизвестный эликсир. Силовая настойка, крепко спиртное, эликсир. Чтобы разделить предмет. Основа для эликсиров. Белая чайка. Вишневая настойка. Серебряное кольцо. Так, смазка. Давай. Давай. Что-то тут не так. Ну-ка, давай-ка еще разок. Зайдем к Котта. Говорит. Нет. Я заметил доспехи брата моего. Успокойся. Я... Говори, что у тебя на уме. Может. Языческие обычаи, даже слышать. Так ты знаешь, что это? Герман. Да, отвали. Красные вот, люди и неси. А и я неси. Тебе больше ничего не скажу. Еще на меня, давай. Давай, взять все. Да иди ты в жопу. Это уже, ей-богу, не смешно даже. Да.
О. Значит, говоришь, он заглядывал в окно к ведьме. Гуль. Вот и все задания, да, получил. Все. Слава богу, что пришел. Где еще может быть? Сюда мы еще не ходили, причем ночью. А ведь там что-то есть. Заперто? Почему? Давай, утро ждем. Нет, вот, чуть побольше. Медитация. Мне не помешает. Склеп заперт. Может, у кого-то ключ надо взять? Это учту. Давай, 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 давай. Место силы. Здесь вот что такое? Тоже костер, да, развести можно. У меня на карте обозначено, обозначим. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущай он выплывает хоть отсюда в Амстердам. Блин. Ладно, пойдем к ведьме, спросим, что за херня происходит. Так. Тихо, блин. Чего ты? Покажи мне свои товары. Так, у меня где-то черепата есть, да? Продать. Череп Бакстера.
Черри Бакстера. Вот так. Продам. Торговцу это не надо. Подожди, нет, это на всякий случай оставлю. Так, ну ладно, хоть от черепов избавился. У меня там еще всякого говна нахватает, да? Тюльпаны, алмазная пыль, камень. Надо было зелье хоть сделать, что ли, какое-то. А, мне зелье от призраков-то надо. Так. Места, рецепты. Рецепты. Так. При попадании на кровь жертвы. Так. Масло причиняет ей непереносимую боль, не действует на существ с иммунитетом к боли. Вот масло от призраков. Купорос, ребис, эфир. Купорос, ребис, эфир. Где ты? Купорос, ребис, эфир. Зимний камень. Купорос, ребис, эфир. Так. Чего ты? Масло от призраков. Вот и все. Много ли хотел? Сделал себе масло, пока все. Это мне все надо будет, я не знаю даже. На одном месте так. Ну хотя все миссии сделал, если не ошибаюсь. Не нужно спешить. Ну так спеши. Не надо торопиться. Сохраняем. Давайте у красного брода узнаем. Да? Кто такие скоэтаэли? Вы бы назвали их смутьянами или подстрекателями. Они борются за право нелюдей. Скоэтаэль — эльфийское слово. На вашем языке означает «белка». А тут в округе белки водятся? Ты пытаешься подловить меня? В таком случае сменим. Да? Так, кузнеца можно выковать новый меч из метеорита. Во время диалога щелкните по иконке. Так, а затем выберите тип оружия. Вам понадобится как минимум 3 куска метеорита, чтобы выковать меч. Где у меня взять метеорит? У меня даже такого нету. Ну ладно. Да? Я хочу поговорить об оружии. Я не специалист по оружию, хотя умею ковать мечи. Стальной меч. Я поищу. И еще кое-что.
за 35 аренов, оружейная смазка. Ты получишь вот эту отличную оружейную смазку. Эта смазка удаляет ржавчину и повышает качество оружия. В ее состав входит свиной жир и некоторые другие ингредиенты. Слушай меня. Деревенская таверна. Геральт. Я нашел эти необычные кости. Похоже на работу краснолюдов. Это покер, но с костями. Отличная игра. Не требует такой сосредоточенности, как карты, а удовольствие получаешь не меньше. Игра в кости – краснолюдское изобретение. Популярно стало после войны. Как в ней? Давай сыграем. Давай сыграем. Да, вот так вот. Так, задание обновлено. Ну? Бросить кости. Ну, бросил я. Что тут до хрена костей-то? Теперь он бросает. У кого больше, да? Так, хотите поднять ставку? Пара. У противника пара. Выберите кости для повторного броска. Вообще нифига. Один, два. Короче, понятно. Все, сыграли, хрен на него. Что привело тебя сюда? Говорят, тебе нужна кровь гуля. А у тебя есть? У меня есть. Только деньги вперед. Кровь нужна мне для опытов. Что? До встречи. Понятно. Черт, вместо того, чтобы купаться в деньгах второго... Товар в предместе. А что у тебя? Книга, так, введение в магию, основа алхимии. А я могу тебе... Не могу. Подождешь тогда. Это не простит. Я. Так. До встречи. Нет, не до тебя. Покажи мне свой товар. Так, материнская розовая. Вот тут еда только. Никому не надо, что ли? Эй, ростовщик, где? Чем? Где тут сапфир? Да сейчас. Серебря, так, который можно продать, будем подарить. Где тут еще что-то? Алмазная пыль. Сколько говна вроде было. Это что-то у меня как хранилище здесь тут. Чай. Так, ладно.
Черт, это шлюха, ведьма на меня влияет. Как? До встречи. Давай, выпьем. Привет, ты напоминаешь его. Лютик, что ли? Известного ведьмака Гер... Это поразительно. Не за спиной, прямо и так. Какое совпадение. Должно быть, многие принимают тип... Баллады эти, похоже, похожи, многим нравятся. Мастер Лютик. Бард из бардов. Поет эти баллады. Мне спеть для... Сюда вот. Искусство, искусство. Почему красотки не смотрят на парней? Чем выше вырастет сосна, тем залезть сложнее. Ни сосны, ни красотки, ни дружбы. Еще что? Убили. Местная гадалка по имени Абигайл предложила позаботиться о нем. Она... Как? Я зайду. Спасибо. Пока. Так, ты давай. О, я заплатил. Ну, давай выпьем. Так, нет, тут еще надо побить, да, всех. Давайте, это я пока. Один подерусь. Ну что ж, ладно, давайте тогда отсюда. Это я попробовал. Не такой уж я здесь и боец. А ты так тут... А. А с кем я имею? Из тех самых Лумиранда. Из тех или из других, чувствую, у тебя есть для меня работа. К счастью, это правда. Мой друг исчез в пещере под стенами Визимы. Там могут водиться монстры. Ты думаешь, он мертв? Не знаю, но я заплачу 200 аренов, если ты спасешь его или найдешь его. Договорились? Договорились. Договорились. Позволь мне кое-что объяснить. Несмотря на карантин, ты почему отправился в пещеру? Мы слышали, что так в Изиму провозили контрабанду. Наверное. Я сделаю, что смогу. Будь осторожен. Мой друг, мой друг с монстрами. Если он мертв, значит опасность велика. Не двигаться. Так, это я тут прочитал. Сказания и предания. Выходим. Под стенами где-то. Ну-ка сюда. Мы можем выйти? Заперто. Держись подальше от слепа. Он вот это я очень спешу. Блин, испугались ливня. Подожди, у тебя вообще купить-то что-то можно? Шевелись. Я хоть... Я поищу. Эта смазка удаляет ржавчину и повышает качество оружия. В ее состав входит свиной жир и некоторые другие ингредиенты. Слушай меня внимательно. Мне надо работать. Мне надо работать. Мне надо работать. Да пошел ты в жопу тогда. Тяжело на службе. Идем тогда к пастору. Расскажем. Кстати, ну как кто мне дал-то задание на утопцев-то? Так, храм вечно у меня требуется. Воин способен избавиться от утопцев. Оплата производится так. Доказательство трех утопцев. Доказательство является мозги чудовищ. Спасить преподобного. Ну все равно туда. Все, все. Ну все равно туда бежать, значит, надо. Давайте сахарный. Расставить еще, не дай бог.
Так, я где? Я здесь, а здесь что? Пещера. Вот сюда, кстати, вот. А. Сюда-то меня и не пускают. Закрыться не успел. Удирай, пока цел. Давайте. Преподобному. Дождь собирался. Может, от тебя. Сейчас. Сразу два задания закроем. Раз все равно у него оба брали. И на утопцев, и на расставление свечей. Нет. Пойди прочь. О, что за манера? Что за манера? Раньше я чистил канализацию. Вот и иди чисти дальше. Продолжай, чего отвлекся-то. Говори. Я отнес вечный огонь во все часовни. Ты лжешь, зверь. Я же говорил тебе, что это не сработает. Где моя плата? Ах да, твоя плата. Должно быть, проклятие сильнее, чем я думал. Ведьма. Нет сомнений, да что сейчас. Причина — это ведьма, Абигайл. Ведьма? Может быть, она сможет рассказать нам больше? Ты хочешь связаться с этой безбожной шлёндрой? Это она натравила на нас зверя и все прочие бедствия тоже. Возможно. Дурачок. Но все равно я хочу сперва с ней поговорить. Мы должны узнать, откуда пришел зверь. Так и сделаю. Мы бедная община. Могу предложить... Пусть так. Ну, хоть в этом... подожди. Говорят, церковь Вечного Огня платит за утопцев. Если предоставишь... Вот голову утопца. Держи. Да ты... Да стой. Говори. Ты жрец Вечного Огня? Да, о язычник. Да что ты. Погибнуть в круге, на Вечный Огонь сохранит нас. Старый мир погибнет. Но лишь... Кажется, ты сам себе... Ты издеваешься Миша надо мной, ведьмак? Людей, ну, так, лишь, ну, тогда ответь мне, чувство, кто... Отвечай, кто? Я прошу... Тот, кто творит богохульство... Не... Еще... Говори! Ты же... Да! Да что... Так, так, подожди... Ты... Вечный... Возвращайся в... До встречи. Короче, что бы я не ответил, ты нахрен. Зацикли на это. О! Когда-то люди заботились о цветах. Теперь я одна выращиваю тюльпаны. Подарить можно. Какая наглость. Когда... Ну, а что я тебе могу подарить? Красивые цветы. Ты заслужил несколько тюльпанов. Спасибо. Подожди. Люди со знаком пылающей ящерицы спрашивали о тебе. Говорили, что будут тебя подстерегать. Правильно. Ты имеешь в виду людей со значками в виде саламандры? Надеюсь, я... Как... По пути я видел много красивых цветов. О! Если бы ты принес мне хотя бы небольшой букетик полевых цветов, я... Я смотрю окрест... Ну так, цветок-то я ей уже подарил. Скоро будет новый. И ты что, держись подальше. Я... Никто не покупает мои баклерские вина. Наконец то, что я люблю. Ты за это получишь доброе вино. Ну так давай. Никто. А что ты хочешь-то, вино? Даже не знаю. Давай вот так. Я стара, но из ума ищ... Ник. Чем тебя можно подкупить-то таким?
Черника, голубика. О, на, хлеб, это же, да? Я... Нет. Свининки. Свининка, есть у меня свининка. Бараний окорок. Бутерброд с курятиной, куриная ножка. Бутерброд с ветчиной. Ну давай, ветчина же. Я... Мне кажется, я тебе нахрен пошлю сейчас. Я стара, но из ума еще не выжила. Почему? Столько животных. Так. Да сейчас, вот тебя не попрёт ли? Я не... С удовольствием их послушаю. Мои внуки больше всего любят истории о дочери мельника, когда его возлюбленный... Например, эту, о дочери мельника. Когда ее возлюбленный предпочел ей, когда тонет кто-то, охваченный великой страстью или огромным желанием, поднимается из глубины, становится тоже попцом. Случилось и с дочерью мельника. Орден Пылающей Розы уничтожает чудо. Да... Рыцари ордена защищают нас. Да уж, нечестно. Больше мне нечего рассказать. Спрашивай других. Больше. Откуда ты знаешь? Невежливо отвечать вопросом на вопрос. Его пустили? Не знаю. Он разговаривал с... Что-нибудь еще знаешь о ведьмаке? Помимо того, что рассказала? В таком случае расскажи еще что-нибудь. Товар. Медвежий жир. Цыпленок. О, свинина. Только что бабка просила свинину. Гусиный жир. Это мясо. Так ты нюхать будешь или покуп? Невежливо. Вопрос, не твое дело, откуда покупать. Я беру мясо. Дай пройти, другие. Что-то я тут... Расскажи. Мне мало что известно. В таком случае повтори то, что... Побродил какое-то время здесь. Говорил, потом поговорил с преподобным. Наверное, священник дал ему работу. Наверное, священник дал ему работу. Спасибо. До встречи. Все люди у храма говорили о тебе. На. Ник. Где свининка? Наконец то, что я люблю. Ты за это получишь доброе вино. Прощай. Даже не знаю, что тебе еще преподать. Что ты тут забыла? Болят мои косточки. Когда-то я жил в Изиме. У меня все ноги опять в навозе. Дождь все льет, льет. Блин. А вниз спуститься под мост? Ну давайте сначала хотя бы узнаем, о чем здесь люди говорят. Спать хочу. Микулу впускает членов Микулу ордена, впускает тех, членов кого, ордена из грамот. Тех, у кого есть грамоты. Ладно. Тогда мы ищем останки человека. Костер. Опа. Вот здесь, да, вроде говорили. Контрабандисты ходят. Чтобы не пряталось там в пещере, настроено оно явно. О! Ха-ха-ха!
Бей. Бей. Что-то ни хрена, оно как-то не так. Не так оно все должно было быть. Загрузить. Как-то беги. Он не то загрузил, поди. Нет, не то загрузил. Так, загрузить. Да. Вот так. Чтобы не пряталось там, в пещере настроено аналогично на этот культур. Нужно быть готовым ко всему. Ну давай, сейчас попробуем по одному. Так, сохраню. Насильный, да? Главное не давать им всем сразу. Больше смотрите-ка. А с этого что, ничего не выпало? Взять.
Еще раз. Вот так. Сохраняем. Это я ничего не вижу, у меня еще ничего такого нету, да? Есть же эликсир, который позволяет видеть в темноте. Силовая настойка нет, неизвестный эликсир. Так, белое вино, шатак. Вишневая настойка. Кислота. Так, нет, это все ингредиенты, не то. Это пить нельзя. Смазка для клинка. Не действует. Нанесено масло от призрака. Короче, надо сюда это. Где у меня карта? А, так пещера-то вот такая просто. Надо все-таки сделать, чтобы видеть в темноте. Да иди ты вперед. Бей. И еще раз. Бей. Все. Так, 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 так. Где какие кости, останки есть? Понятно. Короче, надо идти делать и не этот ингредиент, который позволяет в темноте видеть. Гром глаз химеры. Так, дает бронзовый талант. Белая чайка нет. Кошка позволяет видеть в темноте. Вот он. На всякий случай два. Ну, пойдем в темноту. Так, где у меня? Так, масло призраков. Ласточка, чайка. Вишневая настойка. Кошка. Oh.
Бей. Бей. Нечего взять. Тебя хоть немного что-то возьмем. Ну давай. И удар. Так. Удар. На. Бей. И еще давай, где-то одна вот здесь должна быть. Бей. И еще разок. Прекрасно. Что я хоть беру-то? Споры, алхимический ингредиент. На. Блин, то убить не мог. Кто валюет? На раз, два. Вот он. Понял? Показалось. Итак, получается, здесь ничего нету в этой пещере, кроме спор. Не получается. С другой стороны, тогда замка сейчас посмотрим. За предметы. Самому замку не поднимается. Ладно. У самой воды его тоже нету. С другой стороны тоже вот есть. Надо там посмотреть. Вход на новую территорию — мельница.
Старая мельница крутится, вертится, льется на камни вода. Старая мельница все перемирится, только любовь никогда. Заперто. И туда так просто не попасть. Заперто. Понятно. Куда он не поднимается, значит, все дело где-то внизу должно быть. А может, ночью надо сюда прийти? Может, он тогда как бы утопец будет? Есть такое вообще-то? Как вариант? Блин. Побыстрее бы. Сейчас. До ночи тогда помедитирую. И приступим. Останки. Так, если его там нет останок, значит. Гром. Повышает повреждения, лишает возможности отразить и уклониться от удара. Повышает наносимые повреждения, но лишает возможности. Ага. Так, масло так, от призраков, от падальщиков, увеличивает повреждения в бою против падальщиков. Даже не знаю, что сделать. Пурга. Эликсир улучшает рефлексы и скорость реакции, увеличивает вероятность отразить удар или уклониться от него. Вот такое вот можно, конечно, сделать. Ну и все, пока. Где у нас? Ждем. Сохраняем. Меня не пугает ни волны, ни ветер. Пишу я к единственным останкам на свете. И где-то они здесь должны быть. Что где? Что-то где-то случилось, что-то произошло. Кошка хочет зелье. Микулов впускает членов ордена из тех, у кого есть грамоты. Иди, значит, сзади. Ночью. Волк смотрел, значит, призрак. Ведьм. Заперто, хотя чертова мельница должна быть. Как... О. На. Сразу с первого удара. Ну вот он. А то меня выкинуло из игры.
Вот так. Давайте, мне нужен останки. Я не помню где. Подожди. Берем все. Теперь мне надо эти останки как-то похоронить, а так падра, наверное, отнести, да и все. Пусть он их отпоет да похоронит. Так. Стальной меч был против леди на большинство. Так не действует. У меня где-то была смазка, так, кремень. Смазка для клинка. Нет, у меня где-то была смазка для клинка, прямо смазка. Масло от призраков. Кошка. Белая чайка, пурга. Вот так вот. Кто-то где-то еще что-то. Давай. Да. Как бы пастор эти специально собак этих не разводил, якобы огонь спасет. Так, взять все, взять все. Дверь часовни заперта. Куда-то мне идти не надо. Мне надо к ведьме идти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто-то где-то еще. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь. О! Вот копцы. Yeah.
Ну вот и все. Теперь требовалось доказать. Что, я с них собрать-то должен что-то? Вот так. Главное запоминать стили боя, против кого, против чего, как действовать. Так, здесь я не был. Ох, все бы отдал за одну чарку. Провал этого Мишки. Но это территория Харина Брога. Поговори с ним. У меня уже руки чешутся. Вот так, обнесу их. Ну, не могу вот так вот просто поставить вот этого. Ну, костра. Ладно. Как бы то ни было. Так, я где? Я вот здесь, мне надо вот сюда. Вон далековато бежать так. Не, немного. Мне надо до ведьмы только дойти. Потому что, скорее всего, она мне сможет подсказать, кто призраков насылает. О, еще один. Упырина. Утопленник нахрен. Бей. Где? Вот и все, все взял с тебя. Так, призраки воют, утопленники здесь. Ну пойдешь со мной? Побежали. Все. Заброшенный, я думал, я к ведьме пришел. Давай. Еще раз. Ну я-то почему-то думал, что я к ведьме пришел. Ну ладно, кровь гуля мне тоже понадобится. Тоже заброшено. Ah!
Ну давай. И тебя я разрежу пополам. Как циркулярной пилой. Я стал гораздо сильней. А я, блин, еще гули искал. А они вон все время здесь были. По дорожке. Вперед, не могу назад оглядеться, правда. Там собаки. Так. Мне-то куда надо? Мне вот сюда надо. Направо. Вот он. Домик Абигейла. О, где был? Он путешественник в грязи. Я с вами даже разговаривать не хочу. Соберитесь сначала в кучку. Где санки? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.